Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати разом зі мною Роман Світан, полковник запасу Збройних сил України, військовий льотчик-інструктор. Романе Григоровичу, як завжди, рада бачити. Дякую, що долучилися. Добрий день. Бажаю здоров'я. Час запису цього стріма 14:15 за київським часом. Ну і топ-тема дня сьогоднішнього – це Новочеркаськ, російський великий десантний корабель, який був затоплений фактично вже остаточно в порту окупованої Феодосії. Ну, по-перше, розкажіть нашим глядачам, яке значення з військової точки зору для окупантів мав цей корабель, тому що цей десантний корабель, він вже був свого часу вражений Збройними силами України ще торік, але тим не менше він виконує якісь певні свої функції. І те, що от така величезна детонація була, зараз в повітряних силах Збройних сил України припускають, що він був заповнений новою партією шахедів, які перевозив, і саме тому ось ті вибухи, які зараз ми можемо спостерігати в мережі, тому що з'являються ці кадри, є тому красномовним підтвердженням, але офіційної інформації станом на цей момент, акцентую, 14:15 за кримським часом, ще не маємо, лише можемо припускати щось. Прошу, Романе Григоровичу. Ну, это корабль, ему больше 30 лет, был в свое время создан в Гданьске, в Польше, стал на боевое дежурство, действительно был в прошлом году уже выведен из строя, его восстанавливали. Максимум, до чего его довели, это работать в режиме торгового судна, если можно так сказать. То есть перебрасывать определенные грузы, не более того, как паром, паромной переправой примерно так его использовали. И, скорее всего, последний груз, который он вез, то есть шел с грузом, с этим груз был военный. То есть, ну, военный корабль для того используется. Может быть, вариант такой, что там действительно были шахеды, разгружались в Феодосии, а дальше они по точкам развозились, в основном в Балаклаву или там с мысов, пытаются они с одного из мысов их также запускать. То есть возможность такая есть, потому что действительно детонация была серьезная этого десантного корабля. Это один из 13 кораблей, больших десантных кораблей, которые были в начале масштабного наступления россиян с прошлого года. Мы уже где-то больше трети этих кораблей повредили. Вот один из них – это «Новочеркасск». 4000 тонн водоизмещения. Сейчас заменить его россияне ничем, в принципе, не смогут. Только в следующем году у них на стапелях сейчас стоит пара десантных кораблей, чуть больше уже другого типа, с водоизмещением около 6000 тонн. На выходе это они будут в следующем году. Это Прибалтийский судостроительный завод. В Калининграде бывший немецкий завод еще остался в свое время с 45 года, почти, практически нетронутым. Они его восстановили и пытаются склепать там тоже эти большие десантные корабли. Был уничтожен очередной, то есть это очередной удар, который нанесла наши воздушные силы с помощью крылатых ракет, скорее всего, Storm Shadow. То есть либо Storm Shadow, либо Scalp. Су-24 работали, две ракеты Су-24 может нести, скорее всего, пара Су-24 отработала, может быть, и были ракеты ADM-160, это постановщики помех, так как практически вскрыли систему ПВО противника. ПВО не отработало на эти ракеты, значит, была либо потушена, либо проведены определенные действия по тому механизму прохождение, которое уже отработан нами. То есть у нас есть механизм вскрытия ПВО противника. А вот две ракеты, это как минимум две ракеты отработали по этому кораблю. Су-24 успешно вернулись на базу, так как пуск ракет производится до рубежа перехвата истребителей или бомбардировщиков. Потому у нас в этом смысле проблем нет, а россияне не смогли отработать по ракетам, значит, система ПВО была вскрыта на данный момент.
Романе Григоровичу, британці тут порахували, зокрема, очільник Міністерства оборони британського озвучив ці цифри, що за 4 місяці було знищено 20% Чорноморського флоту Росії. Це коректні дані? Да, если считать, что основной флот российский около 70 кораблей. Дело в том, что там очень много кораблей, которые на пограничном находятся состоянии. Либо это суда обеспечения, либо корабли обеспечения. То есть в районе 70, а мы повредили около где-то до полутора десятков кораблей, было повреждено, либо уничтожено. За последние, ну, с лета где-то, да, где-то за последние 4 месяца так оно и есть. Потому корректные цифры примерно, эти те цифры, на которые мы ориентируемся, когда говорим, что в следующем году может быть полностью затоплен весь российский Черноморский флот. Если у нас будет достаточное количество ракет, типа Storm Shadow, Скалпов, мы, в принципе, можем весь флот отминусовать российский, который будет находиться в районе бухт или в районе нашего Крыма, ну, с достаточным количеством бэков, без экипажных катеров, а сейчас их уже появилось несколько новых видов, в том числе в службе безопасности, вот Мамай, они недавно представляли, а это дальности довольно-таки серьезные, это значит, мы можем достать и до Новороссийска, до Новороссийска уже ходили наши бэки, Си-Бэйби работали под Новороссийском, по большому счету за год, следующий год мы можем полностью затопить Черноморский флот Российской Федерации. Я правильно розумію, Романе Григоровичу, що навіть та база в Абхазії, яку будує ворог, не врятує його Чорноморський флот? Ну, это нереально. Дело в том, что что такое Черное море, как Азовское море. Ну, мы уже говорили, летчики-моряки, так любя, называют это два моря рукомойниками, потому что вход-выход один, закрытый водоем, спрятаться кораблям практически невозможно. Скорость корабля средняя в районе 30 км в час, а у самолета сверхзвуковые скорости, если это надо, с помощью авиации, по большому счету, полностью все можно затопить, это не говоря уже, допустим, о крылатых ракетах или определенных дальних ракетах противокорабельных, плюс бэки, то есть выйти из Черного моря можно будет только через дно Черного моря, то есть сначала туда, а потом когда-то, может быть, там через сотни миллионов лет, когда море уже уйдет или обмелеет, тогда, может, как-то выйдут на свет Божий, а вариантов других просто нет. Если есть авиация, это, кстати, почему нам тоже не нужно иметь в Черном море большого флота, хватит москитного, то есть эти корабли, это хорошая цель в Черном море для любой, для любого самолета, и противопоставить, допустим, авиации практически нечего, если находится ключик ПВО, то это значит корабль однозначно 100% уже затоплен, потому нам тоже не нужно иметь этого флота, а вот москитный флот, катера, малые, большие катера, противоминные тральщики, какая-то, допустим, противолодочная защита, и больше ничего не нужно. Авиация выполнит задачу контроля Черноморского региона, в принципе, без проблем. До подій на фронті зараз будемо переходити, але перш ніж, власне, розпочнемо огляд, традиційно закликаю наших глядачів продовжувати підтримувати це важливе інтерв'ю своїми лайками, коментарями, ну і не забувати підписуватися на канал «Сейчас». Романе Григоровичу, що зараз відбувається із Мар'їнкою? Напередодні Шойгу відзвітував Путіну про те, що Мар'їнка захоплена, у Генштабі Збройних Сил цієї інформації не підтвердили. Ну, а станом на ранок сьогодні ресурс Deep State показує про те, що так, Мар'їнка, вона втрачена для Збройних Сил. Чи варто орієнтуватися на цей ресурс? Що там відбувається? От як ви оцінюєте ситуацію? Знову ж таки, виходячи станом на цей момент, коли ми пишемо це інтерв'ю, 14.30 фактично за київським часом. Прошу. Воєнні бачать ненаселенные пункты как таковые. Военные оперируют рубежами обороны, если они в обороне, и, допустим, некоторыми географическими точками или координатами, когда идет движение или контратаки, или наступательные действия. Рубеж обороны Бахмут, который удерживаем мы уже несколько месяцев последних, а то и лет,
Да, уже можно говорить о годах практически. Рубеж обороны Бахмут, он удержан. Почему? Потому что высоты в районе Бахмута удерживаются нашими войсками, и россияне не могут его преодолеть. Именно как рубеж обороны. А населенный пункт, это то есть географическое название, находящийся в низине, после полного разрушения, там нет смысла его удерживать, так как лучший режим обороны именно высоты. Такая же картина и в Маринке. Маринка, она чуть в низине западных высот. То есть рубеж обороны Маринки мы удерживаем. Никуда там никто не двинется. Россияне теперь не знают, они уперлись в рубеж обороны. Это запад, западная часть Маринки, уперлись в рубеж обороны, пытаются его обойти, сейчас двигаются на юг. В сторону там Победы уперлись в Зверинец, есть там такая позиция тоже серьезная, она в районе зверофермы бывшей. Я просто Донецкий, там все хорошо знаю эти моменты, тем более, когда линии обороны чертили в свое время и подготавливали, участвовал в этом деле в 2014-2015 году еще генерал Наев, генерал Хомчак, потом генерал Наев эти вопросы решали, потому знаю там каждую эту высоту, которая там есть. Уперлись они в высоты по западу Маринки и двигаться дальше не могут. Там движение на Курахово. То есть если бы они дальше двинулись на Курахово, тогда можно было бы говорить, что они там вскрыли наш рубеж обороны на Маринке. Нет, как стоял, так он и стоит, никто там никуда не двинулся. Маринка разрушена полностью, то есть село разрушенное в ноль. Но оно самое интересное до сих пор под контролем наших вооруженных сил. Потому Deep State может показывать, в принципе, там плюс-минус километры. А вот запад Маринки под контролем, и под контролем прямым огневым, и под контролем вся Маринка вплоть до Александровки нашими батареями, которые стоят между Маринкой и Курахово. То есть огневой контроль, по большому счету, 15 километров. Для артиллерии это стандартное расстояние. Россияне уперлись, двигаться дальше не будут. По Маринке примерно та же картина, как и по Бахмуту. Рубежи есть. А другая картина в Авдеевке. Вот там хуже ситуация, в смысле обратный рубеж. Рубеж обороны по Авдеевке с востока. Не с запада, как в Маринке и в Бахмуте, а именно с востока. Почему мы и удерживаем Авдеевку, так как это высоты, восточные высоты, и не дадим то есть противнику его пройти. Ну а в Маринке после полного разрушения, естественно, нет смысла находиться в самом населенном пункте. А вот на западе, да, запад, там уже запад Маринки, это высоты. Их будем удерживать. Днями Американський інститут дослідження війни повідомив про те, що росіяни створили три нових полка для того, щоб взяти під повний контроль окуповані регіони. Мова йде про новосформовані бригади, які розміщені у Мілєкіному. Це 22 кілометри на південний захід від Маріуполя, Сніжному, 80 кілометрів на схід від Донецька і в 7 кілометрах на північ від міста Чистякового. Що ви скажете про ці бригади, наскільки потужними є ці сили? Ну, не бригади, а полки. Полк – це 1500 росіянців. Это так белорусы их называют. То есть, ну, это для внутреннего, скорее всего, полицейского контроля внутри территории тыла, не более того. Это может быть... Разделы Росгвардии? Росгвардии, да. Это Росгвардия, которая пытается как-то стабилизировать ситуацию на оккупированных территориях. Они плохо ее контролируют. Там работают наши группы сил спецоперации, Главного управления разведки, контрразведки, службы безопасности, службы внешней разведки и помимо того еще и партизаны, которые также подчинены под контролем штаба управления партизанским движением в Генштабе. То есть по большому счету там очень много наших войск, и включая инфильтрованные уже и в российскую армию, в том числе с 2014 года партизаны, которые работали по Донбассу, они сейчас инфильтрованы в российскую армию, изнутри разваливают и армию, дают определенные координаты, то есть по ударам нашими ракетами идет полное, это такая тотальное уничтожение российского тыла.
И россиянам сейчас нужно, естественно, они это понимают прекрасно, что внутри, в тылу работают наши украинцы. И они сейчас будут пытаться с помощью таких полков и Росгвардии в том числе как-то контролировать внутреннюю ситуацию. Тем более, в последнее время очень много дезертиров с российской армии, которые уходят с линии боевого соприкосновения. Они движутся, это около 100 километров фронта, глубина фронта примерно 100 километров у россиян, то есть если до Азовского побережья брать, из Запорожского или до российской границы, из Донецкого фронта восточного, то есть вот эту глубину, армейскую глубину они будут пытаться контролировать с помощью трех вот этих полков, вот они так примерно расположены и на Запорожском направлении, и на Донецком направлении. На Херсонському напрямку щойно власне командувати угруповання Дніпро став Михайло Типолинський, з'явилися десантники. От днями Інститут дослідження війни американський повідомляв про те, що ново сформований 337-й повітряно-десантний полк, він зазнає суттєвих втрат, зокрема продовжує зазнавати втрат біля села Кринки на лівому березі Херсонської області. Чи можна вважати це, в принципі, таким маркером? Теплинский хорошо знает регион, он с прошлого года командовал десантниками, которые заходили сначала на правый берег, меняли линейные части российской армии, а потом выходили с правого берега, то есть отход проводили именно десантные части и под управлением Теплинского. Потому, в принципе, логично было его назначение на это направление. Но дело в том, что он десантник, он может выполнять только операции десантирования. Задача десанта – это не оборона. Задача десанта – это как раз прорыв, то есть быстрый проход, дальше контроль плацдарма для того, чтобы удержать его на подходе основных сил. А то, что выполняет сейчас Теплинский по левому берегу, это все равно, что микроскопом гвозди забивать. Это не десантная задача. Режим обороны, и потому у него в этом смысле ничего не получается. Как это не получилось у него по правому берегу в прошлом году, а у него не получается и по левому, потому что немножко не та структура войск, не тот род войск, который должен выполнять эти задачи. Ну и, естественно, профпригодность тех рекрутов, которые они сейчас набирают в России и ставят в строй, в десантные войска, но это от десантника у них только тельняшка и шапка-ушанка, может быть, с кокардой ВДВ, не более того. Десантуру готовят годами. За месяц, два, три, пять не подготовишь. Годами реально десантуру надо готовить, ну, начиная от командирова, это как минимум 3-4 года подготовки там, типа Рязанского училища, ну и заканчивая боевой слаженностью. А сейчас это просто, можно сказать, линейные части только с десантной аббревиатурой, не более того. Выполнить задачу обороны левого берега россиянам не удастся, даже увеличив там на 10 тысяч количество россиянцев по левому берегу, они не выполнят ее. Оптимально для них сейчас отходить на третью линию обороны, которую они отрыли в свое время, еще когда отрывали линию Суровикина по Запорожскому фронту. Скорее всего, так и будет. Это логика войны, это определенные условия удержания левого берега. Как только будет принято решение на форсирование Днепра, россиянцы тут же отойдут на третью линию обороны, они не удержат эти 15 километров, так как работает артиллерия. Сейчас под нашу артиллерию, под нашу арту, под работу наших беспилотников, которых по правому берегу сейчас достаточно, ну хотя достаточно их, конечно, никогда не бывает, но по крайней мере групп, которые работают беспилотниками, достаточно. Чем больше будет беспилотников, тем больше техники будут уничтожены и россиян по левому берегу. То есть в ближайшее время, опять же, все будет зависеть от принятия решения на форсирование Днепра. В ближайшее время левый берег может прийти в движение, а россияне как минимум откатятся до третьей линии обороны. А вот дальше у них будет дилемма. Дело в том, что удержать войска наши будет практически невозможно, если начнем форсирование с достаточным количеством сил, средств. Сейчас уже проводим мероприятия по завоеванию превосходства в воздухе на этом направлении, вплоть до Крыма, это уже видно.
и по сбитым самолетам российским, и по уничтоженным кораблям в Крыму за последние несколько дней. То есть само движение уже происходит, происходит подготовка поля боя, так называемая. И у россиян, у Теплинского, может быть, еще раз повторение той же участи, как и в правобережной группировке, то есть отход. Вопрос, куда отход? Либо отходить в Крым, но тогда рухнет Запорожский фронт, им придется отходить до Мариуполя. То есть это такие максимальные плечи по отходу. Ну, а пока до этого, до принятия решения нашим командованием на пересечение Днепра, россиянцы будут пытаться удержать какой-то фронт на глубине где-то километров 15. Романе Фокровичу, ще одна цікава тема, яка, до речі, стала предметом мемів останні дні, це те, що російські пропагандисти почали вигадувати про те, що їхні війська, нібито в Україні, вже знищують F-16. При тому, що повітряні сили Збройних сил України цієї інформації не підтвердили. Що це таке? Як це коментувати? Ну, вони не знають, чим ми їх збили. Вони не поймуть, чим були збиті 5 бортів, причому 4 Су-34, які, в принципі, самі по собі являються многофункціональними істребителями. Тобто для Су-34 збити ракету, яка б'є по ньому, ну, в принципі, повинно бути легкою задачею. Вони цього не зробили. Спочатку 3 борта лягли, потім ще 2 борта. Су-30, в принципе, это такой хорошо покрашенный Су-27, но, тем не менее, тоже неплохая машина. Она также может выполнять эти задачи. А раз так, то у россиян, естественно, большой спектр мыслей, чем бы могли их сбить. Причем F-16 намного для них не так стыдно, если это F-16, чем, допустим, как сбили в свое время S-300, тот же Су-34 в начале этого года. Наш Никопольский зенитно-ракетный полк сбил из режима ракетной засады стрельбы на вскидку в районе Енакиева, когда сбрасывал бомбы Су-34 на Авдеевку. То есть, если сейчас сбило С-300 или даже Патриот, то им уже как-то стыдно, так потому и придумывают разные небылицы про F-16. Хотя, если уже реально, так это бы лучше сразу говорить об F-22 или F-35. Раз они не видели самолетов, не видели ракет, которые их сбивают, то это значит, мог работать самолет-невидимка, стелс, а это пятое поколение, это как раз F-22 или F-35. Поэтому мы сейчас им подкинем еще такую задачу для мозгового штурма, пусть попробуют проиграть еще эту версию такого плана. Не бачили F-16, але збивають їх у своєму пропагандистському плані. Це дуже нагадує, знаєте, минулого року, коли вони влаштовували сафарі на Хаймерс, знищили їх більше, ніж в цілому було поставлено на той момент в Україну. Дуже смішно все це виглядає. Що ж, ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Романе Григоровичу, як завжди, вам щиро дякую, що власне долучаєтеся до ефірного обговорення з приводу актуальних тем. Бережіть себе. Ну і до наступної скорої зустрічі. Роман Цвітан, полковник запасу Збройних сил України, військовий льотчик-інструктор, був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю, не забувайте підписуватися на канал «Січас», так само не забувайте залишати свої коментарі та лайки під цим відео. В такий спосіб воно буде поширюватися і якомога більше людей зможуть із ним ознайомитись.